через 5 хвилин виїжджаємо. Ви після нас доїжджаєте і там вже у Лебедівці зустрічаємо. У Лебедівці у нас часу 10, ну максимум 15. Ну я прям на Свердлікове. Ти на Свердлікове? 5 хвилин. Час пішов. Вы готовы? Давай, идите быстрее. Лекарство одно взяла. Иду по бьянке. Все, и там держитесь. Кто стреляет по селу? Ой, дураку понятно, русские стреляют. Бабы, прилеты. Вчера сразу за минут 10-15 было. Ой, забыла, 67 прилетов сразу было. Так, час времени. Ракеты. Да. Документы, я сейчас тут документы. Тут вам, может, его застуло. Ноги поднимайте, давай. Давай руку. Надо, давайте, поехали. Сумка с документами, Тора. Садимся плотнее. Сейчас роли будут летать. Придерживайте. О чем думаете? Так, держимся. Все было хорошо. Вы знаете, как дадут эти... Как они там называют? Бомбы эти. Российские. А так, эти украинские, они вреда нам не делали. Спокойно сидели. А вот это вот ямы по крышам, по окнам, по дверям, все поребивало. Так. У нас невозможно быть сквозняки, холодно. Готовить негде. Спать негде. А тут сил тоже без отчаяния будет там перемешивать. Вот такая Я як працівник військово-цивільного співробітництва військової комендатури хочу сказати, що ось ви можете побачити за мною вже розвали. Скажімо так, ми коли сюди заходили, такого не було. Все було гарно, люди спокійно жили, а зараз приходить русський мір на русську землю. Вони знищують своїх людей, незважаючи на те, що вони тут є. Російська влада вважає, що їх тут немає. Чим безпосередньо зараз займаєтесь? Зараз ми допомагаємо цивільному населенню евакуюватись з населених пунктів, які розташовані в Суджанському районі. Дуже це складно робити, дуже, тому що люди похилого віку і доводиться їх майже за руки виводити з будинків та надавати їм всебічну допомогу для того, щоб вони покинули свої будинки. Давайте. Пожалуйста. Давайте, бабушка. Ой, тихо, держу. Ой, мамочка. Держу, все. Что, Валя, едешь? Нет, это едешь. Я уже дома. Я просто приехала малому лекарство забрать. Ой, не, мама, ничего не моя. Я же голос сюда пришла. И что, бата там видно. Так,
можно? Можете за ручку взять? Вот, давайте. Да. Я беру. Помочь? Давайте, дядя Витя. Стоп. Давайте, давай руку, дядя Витя. Наши ракеты пускают. Ракеты, да. Самолет, потом, а то копчик летает. Что тут такое копчик? Летал это, а потом бах, самолет летит. И мы... Что там? Кого там расстреляли? Муски? Ой, Бабаян. Бабаян? О. Ну, это сказали, раз у тебя там много. Ой. А школу тоже. Школу. Вчера еще крыша была. Школа горит, я всю ночечку боюсь, думаю, что сдавимся. Что я вот делаю? Школу не могу. Второй этаж. Да и первый там, по-моему, тоже уже. Да, не знаю, столовой первый тоже. Вчера только крышу, а сегодня... Ну так и все же, кто это может быть? Ну, это наш. Давайте подумаем. Наш дома. Наш. Нам сказало наше правительство, что все выехали, людей здесь нет. Как все? Они там сказали, что нас нету никого. Да, нету никого, и нас вывезли.